15 лет. Волжский филиал МАДИ готовит инженеров, строителей, экономистов, менеджеров, специалистов в области информационных технологий. Если первых выпускников филиала было около 200, то в этом году МАДИ выпустил более 600. По 20 специальностям и направлениям подготовки. Выпускники Волжского филиала МАДИ востребованы на рынке труда. Сфера строительства дорог развивается семимильными шагами, и в этой отрасли рабочие руки всегда будут нужны. Кстати, учиться в Чувашии многие абитуриенты приезжают из других регионов. Перспективы у вас хорошие, спрос на рынке труда огромен, потому что ежегодно в динамике больше строится дорог, больше строится разных магистралей. Современная техника появляется, этой техникой надо управлять, обеспечивать обслуживание. Я у вас был и на самом деле хочу поблагодарить, подчеркнуть, выражая слова благодарности Наталье Вернова и всему вашему молодому преподавательскому составу. Выпускники института работают в различных министерствах и ведомствах республики, и работодатели ими довольны. Бывшие же студенты, в свою очередь, благодарны педагогическому коллективу. Сегодня лучшие из лучших получили заслуженные награды. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика.